зовут Кунева Наталья Петровна. У меня проблема с детства была со зрением. Диагноз ставили ленивый глаз. Вот. Я им не видела практически совсем ничего. Когда я обращалась к врачам, мне говорили, что сделать вообще ничего невозможно. У меня кружилась голова. Вот так вот головой сделаю, у меня кружилась голова. Я очки носить вообще не могла. Я искала, конечно, меры какие-то, но ничего не помогало. Обратившись в клинику академиков Картавенко, мне посоветовали курс лечения в остеохондрозе, при шейном остеохондрозе. Ну, я, конечно, сначала как бы не поверила, как бы это может быть, шея и глаз. Но начала делать курс лечения. И я обнаружила для себя, что я начала видеть. И это, оказывается, так здорово. Вчера, одев у дочери очки, у нее минус 2, я увидела цвет обоев. И это так замечательно.